Привет! Вы на канале Супертима Games. И это видео, оно будет нестандартным. Это не будет какое-то прохождение игры. Это будет реакция на видео, на анимацию с довольно-таки известными персонажами. Поехали! Так, ну вот она, анимация против математики. Не буду тянуть, поехали сразу же смотреть. Так. Угу. Значит, он просыпается, видит перед собой циферку. Один. Ну. Ага. Два. Ну. И что теперь? Три. Хорошо, 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 я понял. В нуле есть дырка. Угу. Он... Йо! 14, 16... Ой, йо. 20 сразу. 40. А почему он в пустоте? Или это нормально? Сейчас он допрёт, что это можно сжать. Он запомнил, он равно взял в карман. Я думаю, это нам понадобится. Так, вытянул минус. В обратку пошел, смотри. Ноль. Ой, там еще с нулем столько... В обратно, вообще вниз. Что это? Кто знает, что это? Что это за... Ейп? Чего? Чего? Так, ну у тебя ушло равно. Минус один, это минус один. Угу. Минус два, минус три. А из плюса не выламывается. О боже, что это? Умножение. Деление. Так тоже. Шесть. Ноль. Бесконечность. Поэтому нужно на ноль делить нельзя. Опа, вырубил. Минус. Двенадцать. Хорошо. Хорошо, хорошо. 36. 6 в квадрате. 64 в квадрате. Ой-ё. Это там что-то в четвертом? В пятом? Минус один, минус, минус. Есть. 4 в первом. 4 в нуль. Чего? Чего? 4 в нуле это 1? То есть при нулевой степени у нас получается 1? Серьезно? Прикольно. Хорошо. Ага. То есть в дроби ушли. Корень. Ой, ё-моё. Корень 2. Корень не 1 это 1, хорошо. Корень нуля. Корень минус один это и. Что такое и? И плюс и это 2 и. И это что, типа неизвестное? Опять оно. Так, опять это... Оно злое. Бегает. Бух.
Чего? Какие-то косинусы. Боже. Минус, обратный, я развернул. Нифига себе. Ага, хорошо. Давай, как это. Быстрый. Быстрый стикмен. Иди. Ох ты ж. Смотри. Плюс один, минус. А-а-а. Вот это я понимаю лук. Четверкой. Опа. По отрезку пошел. По кривой. Давай. Офигеть. Еще и. Равно. Точка. Точка! Точка. Ой, ё-моё. Нифига. А, и это типа X, как у нас неизвестное? Угу. Ой, ё, круг. Только не это. Шесть. Шесть радиусов. Это мы только что пи получили. Ну, почти. У нас один радиус. Но он кривой. Два радиуса. О, смотри, что-то еще. Я даже не знаю, что это. Я... Что-то какой-то этот... Радиуса равно... Радиус равно... Хорошо. Это что такое? Оно там держит? А, нет, не держит. Чего? Ага, значит, это у нас форма круга. Ага. Ха-ха. Нормально, радиус равно один. Три четырнадцать. Пи. Синтезировали число пи. На косинус и си... О, боже. И синус. Синус заставил крутиться. А косинус... Делает то же самое, только вверх. А если одновременно... Йоу! Нифига себе. О-о-о! Нифига! А если выбить и косинус? Не убежал. Блин, какая агрессивная ППИ! Это лифт. О боже. Что это? Что это, к черту, такое? Что это за буква М повернутая? Это щит. 8. Ой-ё. Крутит. Ой-ё. Ну. Опа. Залез. Аннигилировал. Ой-ой. Это плохо. Хорошо. Хорошо. Тангенс. Какая-то буква F. Функция. Функция. Нормально, это пулемет. Это автомат, знакомьтесь. Смотри, смотри, окружность увеличивается. Надо выйти за край окружности. Ой, блин, а. Есть. Пи, сверху отстреливайся. И они же еще летают. Ну,
Вот бы так в школе математику рассказывали. Я такое ощущение, что сейчас все эти иск сложатся в что-то одно большое, все эти ешки. Бесконечность. Без... Ух ты. Нормально. Бесконечность мощная. Бесконечность стирает все к чертям. Есть. Вышел из окружности. Есть. Они опять это делают. О нет. Что это такое? Ух ты. Какая агрессивная. Ноль. Он в центре. Есть. Поднялся. Еще полетел. Пошел. Ты не по 9. А хотя 9, она же. Ух ты! Еще! Вот это я понимаю, звезда смерти. Разнесло. Ты же ешка, ты. У нее 100. Нифига себе! Ну! Давай, пошел. Есть, он попал туда. Что это? Где он? Что за белое пространство? Пусть ё-моё. Корни. Ох ты. Нормально, плюс 5. Плюс И! Точнее, Х или плюс, я уже не... Хорошо, он вышел. С Ей. Это буква тоже в афиге. Ну, ага. Типа, подружились. Угу. А почему он уходит таким образом куда-то вне пространства? Ну. Поднял это. Полезай в круг. Ага. Ого. Идеальный круг. Ну, идеально белый, это точно. Какая-то энерго. О, эта штука равно минус один. Все это время. Что это? Что это? Какая-то штука огромная. З. Это плюс конец. Нифига себе. Это заслуживает лайка. Да. Ну, мне эта анимация понравилась. Математика, ну, по крайней мере ту, которую я понимаю, расписана довольно-таки хорошо и показана.
Если бы так хорошо в школе рассказывали математику, было бы просто прекрасно. Мне кажется, если это видео, вот это, посмотреть несколько раз, можно понять всю математику и потом наперед. Пишите в комментариях, как вам эта анимация, хотите ли вы больше реакций. Ну а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.